Привет, народ! Или по-мужски здорово, поставь лайк и подпишись, и сегодня вам покажу новый глич на копирование тачек. В новом обновлении преступная организация. Что ж, не буду долго тянуть. Погнали! Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на тачки и недвижимость? Тогда загляните в группу к Фасмиллеру. Это отличная группа с недорогой прокачкой. Гораздо легче заплатить 100 рублей за прокачку в этой группе, чем сутки напролет безвылазно фармить. Прокачка доступна как для ПК, так и для всех видов консолей. В общем, ссылка в описании. А по этому промокоду вы получите бонус X2 к вашему заказу на ПК. Итак, для самого глича нам потребуется база, Avengers функция автомастерской, машина для копирования и машина, которую не жалко потерять. Например, бесплатная Элегия. Первым делом пригоняем машину для копирования и Элегию на базу. Садимся в бесплатную машину и заезжаем в мастерскую Avenger. В ней меняем любую деталь. Дешевле всего будет это поменять номера. Далее выезжаем из мастерской. Теперь садимся в машину для копирования и заезжаем именно в мастерскую базы. Здесь мы также меняем любую деталь и выезжаем на улицу. Как только вы оказались на улице, возвращаемся обратно на базу. И как мы видим, машина дюпнулась. Садимся в наш дюп и снова выезжаем на улицу. После появления снаружи, также возвращаемся обратно. И готово, вы можете продавать дюп. А если хотите продолжить копировать, то начинайте все заново, с момента заезда в мастерскую Avenger. Такой дюп можно продать за 1,7 миллиона долларов, что очень неплохая сумма в мире GTA. Ну а на этом все. Надеюсь, вам понравилось это видео. А если это так, то не забудь поделиться им с друзьями, а также поставить лайк и подписаться. Всем спасибо за просмотр, и всем пока-пока.